Очевидцы сняли на видео дрифт внедорожника напротив храма по улице Виноградная. Роликом заинтересовались правоохранители. Сотрудники полиции выяснили, что нарушитель – 21-летний сочинец. Водитель признал свою вину за нарушение правил дорожного движения. Составлен административный протокол. Подобный инцидент недавно произошел и в Краснодаре. Там водитель устроил дрифт на кольце по улице 40 лет Победы.